Всем привет, с вами Киллер, и добро пожаловать в Five Nights at Freddy's 4. Сейчас я буду приходить четвертую ночь. Да, на счету у нас четвертая ночь. Четвертая, пятая. Пройду пятую, ребята. Пишите, если вы хотите шестую ночь. Я уже не по своей воле буду выкладывать шестую ночь. Пишите, если хотите, будет вам шестая ночь. Так, в новых версиях Скотт добавил... он увеличил громкость звуков. Дыхание. Да, дыхание. Громкость дыхания он увеличил. Теперь намного лучше будет услышать. Да, Бонни пришел. Я, в принципе, его отчетливо слышал. Так, это лиса там у нас. Так, давайте право. Чика. Пошел нафиг. Зараза. Да, именно туда. Уходи. Молодец. Так. Никого? Отлично. Что лагает у меня как-то, ребят, ну ладно, нормально. Ушла? Ушла. Молодец. Ох, сколько вас тут вообще. Они, ребят, знаете, как быстро. Они так быстро скапливаются там. Так, там лиса у нас была. Но ее нет уже. К счастью. Отлично. Отлично. Никого. Кто-то слева. Кто-то слева был. Да. Бонни был. Отлично, ребята. Отлично. 2 часа. Так. Ну, вроде бы никого нету. Бонни, наш любимый, неповторимый. Так, там слева Бонни. Лиса пришла! Ё-моё, ребята, плохо дела, плохо у нас дела, ребята, очень плохо. Здравствуйте, мистер Лиса. Ушли. Там Чика меня сейчас долбанет хорошенечко. Греет меня. Блин, у меня сейчас Фредди нападет. Ребят, Фредди нападет. Давайте! Разошлись. Молодцы. Нормально. Никого. Отлично. Ушли. Так,
Сейчас смотрите. Никого! Лесу! А, нужно Фредди проверить. Я боюсь, ребята, 5 часов. Отлично. Лесу. Каман. Ну сколько можно-то? Да, ребят, с первой попытки четвертую ночь. Это вообще это эпик. Отлично, ребята. Надеюсь, у меня воздух дешёл, микрофон на момент прохождения четвертой ночи. One day until the party. Круто. О. Спрингтрап. Голова прям. Пожалуйста, отпустите меня. Пожалуйста. Пожалуйста, отпустите меня. Вот и все. Так, плюштруп. Давай, сейчас мы тебя затащим. А, да, все нормально. Да. Тихо. Да, так тебе и надо. Круто. Пять. Пятая ночь. Круть. Так. Ребята, тут Фредбир, точно, я-то забыл. Я-то забыл. У нас тут с Фредбиром поединок такой будет. Уходи. Право. Лево, то есть. Так, шкаф, наверное. Он везде появляется, абсолютно везде. Хоть где, вот. Блять, я сейчас умру, ребята, я сейчас умру. А он слева. О, нет. Ты меня пытался обмануть. Спина. Шкаф. Да. Нет, никого, сука, никого. Спина. Нет. Право. Никого. Шкаф. Никого. Да ну вас. Скотт Кафтон, ты чё? Он коварный, сука, коварный. Его нужно обманывать как-то, я не понимаю. Нужно его вообще сейчас порешать. Fucking gosh. Никого, смотрите, блядь.
Он хитрый собака, блядь. Он такой, сука, хитрый. И где? Шкаф, может? Спина была, походу. Ну ладно. Пройдем, ребят, пройдем, как ни крути, все равно пройдем. Может быть, сейчас будем сидеть, я еще посижу 10 минут, попытаюсь побороть его. Ну, не сейчас, наверное. Может быть, когда-нибудь, да. Может быть, я его все-таки закатаю когда-нибудь. Не, право было. Право. Ой, извините, пожалуйста, у меня фигня какая-то. Ага. Спина? Нет? Я что-то вообще не понимаю. Он собака. Коварный. И где он? Где он? Я вообще, я не в доумении. Чё это за батво? За батве. Я уже, блин, весь запарился. Просто запарился. И тогда я сидел, блин. Проще было просто пройти с обычными аниматрониками. Шкаф. Сука, хитрый какой, а? Где он? Его нужно светом также отпугивать. Куда он уходит? Ты где? Ты куда? Братуха! Так. Ты куда уходишь-то, блядь, мразь? Нигер сраный. Кровать. Нет. Ждем шаги. Пропал куда-то. Ага, вот он. Тихо-тихо, он там. Нет. Да ёбана в рот. Где он? Да.
ребята, у нас что-то получается уже. Кровать, 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 сука, кровать. Нет. Да. Я закрыл же. Я же закрыл. Ладно. Все, ладно, ладно. Тогда в следующей серии мы ему вообще бошку сломаем, яйца ему разобьем, все, ему вообще все. Он будет к этим инвалидам. Ладно, все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Киллер. Да, все, всем пока. Пока-пока.